Так, добрый день. Вот у нас необычный репортаж. К нам пришел покупатель. Так приятно рассказывать о том, что у нас покупали шубы, да? Да. Кому вы покупали-то? Расскажите. Себе покупала. Себе, да, покупали шубку? Да. Ага. Коричневые, мне красивые. Давно покупали? Здесь? В магазине или на рынке еще? Нет, здесь. Здесь, да? Да, ну года два уже, или третий, наверное. Или, наверное, так. Из норки? Угу. Норка, наверное, темные, там у нас еще темные были, да? Коричневые. Ага. Она здесь с пуговичкой у меня такой красивый. Без капюшона, конечно. С воротником? Стоечка. Со стойкой? Да, и пуговичка. С пояса, наверное, да? Нет. Без пояса без модель? Пояса. Не клёшь? Нет. Пряменькая. Ясно. Так. Цвет коричневый, да, нам классика? Ага. И еще дочка у вас покупала? Внучка. Внучка еще покупала? Дочки уже нет давно, а внучка есть. Ага. Тоже носят, да? Тоже у вас покупали. Вот. И сейчас мы... Вторая внучка, да, у вас? Или эта же внучка хочет купить шубу? Эта же хочет. Эта же. Вот ей бы хотелось карапулевую, но что-то вот не нашла пока. Да вы знаете, каракуль, он на любителя, этот мех, на самом деле. Ну, не, факт, что, не факт, что он ей понравится, точно вам говорю. Ну, посмотрим. Каракуль он такой, на любителя, тут и надо смотреть. Ну, да, ну посмотрим. Ну, зайдете, общем, посмотрите, выбор, да, он большой, если... там все, как говорится, выбор есть. Есть, да. Выберем. Ну, ладно, спасибо. Да, все, жду вас, в общем. Спасибо. Ладно, все, заходите. Давай, ага, всего хорошего. Спасибо. Ага.